Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про английского бульдога. История породы английский бульдог крайне интересна. Изначально эти собаки использовались в боях с быками. Затем в процессе развития эта бойцовая порода стала декоративной. Агрессивность заменилась на флегматичный характер, а грубоватое поведение на аристократизм. Сегодня английские бульдоги считаются хорошими компаньонами. Они преданы, умны и добродушны. Очень добрая порода. Никогда не тронут, не обидят, охраняют, рядышком сидят и, соответственно, не могу ничего сказать. Спокойная, флегматичная порода. Крепкое телосложение, массивная голова, большая челюсть. Английский бульдог имеет яркую и необычную внешность. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 50 до 55 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 23 до 25 килограммов. Английские бульдоги – уравновешенные собаки, хотя иногда все же могут проявить своенравие и упрямство. Для этих животных важны социализация и воспитание с самого детства. Если они будут соблюдены, во взрослом возрасте собака не будет страдать агрессией и сможет прекрасно ужиться с другими домашними животными и поладить с детьми. Мальчик ревнивый. Если он на прогулку выходит с девочками, конечно, он у нас девочек защищает и девочек он любит. Ну, таких случаев криминальных не было. Никого не покусали, никого не съели. Английские бульдоги не сложны в уходе. Особое внимание необходимо уделять складкам на морде животного. Их нужно постоянно проверять на наличие загрязнений. Также важно отметить, что несмотря на всю свою неповоротливость, английские бульдоги нуждаются в регулярных физических нагрузках. Очень простая порода в уходе. Шерсти мало, клубков мало. Соответственно, корм ухода нет. Один раз в неделю душ и прогулки два раза в день, еда, питание здоровое, игры. У нас свой клуб Dog Show 24, поэтому они там занимаются спортом и растут здоровыми, крепкими, сильными. Мы проходим процедуру груминга, вычесываем, купаем, хорошая косметика, бальзамы, маски. И, соответственно, шерсть очень такая лоснится, и косметики дают о себе знать. Средняя продолжительность жизни английского бульдога составляет от 8 до 10 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!